Всем привет! С вами Лиза, и сегодня мы будем играть матч вместе с Константином Константиновичем Киосиди. Это мастер фиде из Красноярска. И сегодня мы будем играть с ним матч 11 партий с контролем 3 плюс 2. Смею предположить, что мы будем играть товарищеские партии, они будут не на рейтинг. Вот, надеюсь то, что все сложится более-менее нормально. Так, я думаю, сейчас мы кинем ему вызов. Так. Так, уже начинается все первая партия. Так, поехали. Чат я, наверное, пока что не буду читать, просто ввиду того, что как-то надо сконцентрироваться. Так. Конь F3. F3. Я когда-то изучала такие позиции, но, честно говоря, сейчас точно не помню, чего говорю. Ну, уже вообще не помню, что тут, поэтому будем играть своей головой. Так, ну, F4 не особо хочется играть, честно говоря. Хотя можно попробовать сыграть F4. Ну, давайте рискнем. Хотя, ну, соперник, в принципе, не обязан бить
24. Ну, в общем, я бы, наверное, на месте черных отошла бы конь g6. Как-то король мне немножко открыт. Ну, не знаю, если конь g6, там ладья b3e7, ферзь e7, и где-то задвигать d6, пытаться вперед двигаться. Так, тут мы съедим и сидим тут. Ну, мне бить надо, у меня, в принципе, выборы и альтернативы немного. Пока что не знаю, что будут делать черные, поэтому задвину опять, чтобы не было никаких продвижений b5, и я, в принципе, не отвлекалась, что там будет происходить. Можно попробовать. Блин, я пешку зевнула. Я хотела просто ферзя как-то переставить на f5 и зевнула пешку на f4. Ну ладно. Ну хотя у меня пешка на d6 продвинется. Как-то... Да, как-то не очень так сложилось и получилось. Ну ладно, в принципе, еще не проиграно, играть можно. И надо мне немножко ускориться. Хотя, честно говоря, не особо понимаю, как мне это сделать. Скорее всего, где-то шар сейчас будет. Ферзь e1, возможно, ферзь c1. Как тонко. Так, ну окей, хорошо, попробуем король h2 сыграть. Не хочу вообще никак отвлекаться, допустим, по линии F что-то придумывать, потому что боюсь пешку d6 потерять, а у меня, в принципе, пока что все держится на этой пешке, поэтому пока что постою. И попалась вот на такую ерунду. Это плохо. Так, ладно. Ну тут уже, да, тут уже плохо. Конечно, сдулась вся позиция.
Так, это было не очень хорошо. Как же играть-то? Блин, не так было. Надо было играть. Кажется, там пешку бить-то нельзя. Ёлки-палки, ну что я делаю, ну блин. Да. Даже вроде бы дошла до ничейной уже позиции и не удержала. Ну ладно. Попробуем что-то такое сыграть. Не знаю, никогда так не играла. Ну, узнаем, как тут играть. Впервые вообще такую позицию получаю. Мне кажется, она какая-то острая, форсированная. Ну, вообще, я думала коня на h5 поставить, но мне кажется, конь на краю доски это не очень хорошо. Плюс он будет попадать под какие-то отскоки. В этом плане, конечно, плохо, что я не разобралась, что делать.
Мне кажется, его только на H5, потому что если там допустить E6, это будет не очень хорошо. Так. Ну, вроде бы пока что конь белых куда-то не так страшно отскакивать, чтобы чего-то прям бояться. Поставлю тут стрим, чтобы на всякий пожар. Так, теперь у меня висит конь, и мне надо понять, что с ним делать. Белые поля, ну, черные, точнее, поля не особо хочется ослаблять, но у меня выбора нету, поэтому. Отойдем конем. Ну, постараемся выменить как-то чернопольных слонов и просто, возможно, построить какую-то крепость. А, кстати, партия одна из первых, ну, где я веду по времени, то есть это такой неплохой бонус, так скажем. А, так, ну теперь я думаю сыграю слон g4, потому что ферзь d2 это хороший ход, ферзь d2. Ферзь d2 это неплохо. Ладно, давайте сыграем ладья e8, чтобы. А, вот так он меняется. Интересно. А, и вот как раз на активность пытается играть. Ну, я думаю, что я отойду слон e6. Я как-то постараюсь сохранить своих двух слонов. Менять их не особо хочу. Вот, так, ну, мне нравится идея подключить ладью через b4. Мне кажется, это интересный ресурс, которым я воспользуюсь. Вообще, немного партий, где ладья вот так вот просто сходу включается в игру. И давайте попробуем, знаете, что сделать? Давайте попробуем вешпиль. Или не надо вешпиль сейчас? Или можно вешпиль? Так, ну, посчитать быстро. Слон h4, конь h4, ферзь h4, ферзь бьет, бьет, так. Конь a4. Конь a4, c4, бьет, бьет, бьет. В общем, безумно интересная позиция получается, поэтому я думаю, что мы на нее пойдем. Вот, 500 тысяч раз все разменяем и попытаемся как-то что-то придумать. Так. А, мне могут где-то ладью поймать. Вот это я не учла при расчете варианта. Так, ну, я думаю, все равно мы двинем c4 в любом случае, потому что как-никак нам на руку, так, конь c5. Не очень приятно. Я думаю, съем пешку d, потому что если я бы съела cb, то там было бы аб. Ну, конечно, поле c5 очень такое неплохое для коня. Я думаю, что я сыграю слон f5. Слон неплохо встал. Единственное, что ладья на h4 как-то подзависла. Надо с ней как-то решить вообще, куда ее пристроить. Какую вообще роль она играет в этой партии. Ну, ладью на d4 поставим. Давим на пешку. Воу. Так, ну. В принципе, выбора нет, надо меняться, играть опять. Тут я постараюсь не тормозить и играть более-менее оперативно. Так. Ах, Е6 есть ход. Ёлки-палки, там снова какой-то ладья, неприятно. Так, ладно, сыграем пока что. Так. Переведем короля.
Скорее всего, сейчас где-то прорыв какой-то произойдет, да? Видимо, да. Ёлки-палки. Ничего не успеваю. Ёлки-палки, что это вообще? Блин, зачем? Ну это да, это уже все. Блин, вот вторая ничейная позиция, просто которую я сливаю. Это ужасно. Вторая ничейная позиция я сливаю. Вторая.
Ладно, давайте попробуем съесть, посмотреть, чем будет бить соперник. Соперник съел слон бьет Е5. Можно задвинуть либо D4, слон G7. Допустим, слон H6. Еле. Ну и типа у нас конь на D4 неплохо стоит. Да, там, кажется, был у меня какой-то ресурс съесть Еф, но я сначала сходила, а потом подумала. Ну, я думаю, что можно попробовать поиграть такую позицию. Ну, как бы пешка на Е6 неплохо стоит. Так, тут надо чуть-чуть подумать. Совсем малость. Так, давайте ладью на Е1 поставим, чтобы у нас как-то атака какая-нибудь, не знаю, организовывалась. Тут, я думаю, лучше всего будет съесть. Лучше всего будет съесть. А я не подумала, кстати, чем лучше бить. Давайте съедим слоном. Пробуем вот так. Ну, шах. Я ферзей точно менять не хочу. Это не в моих интересах. Я вообще человек, который любит немножко другого типа играть позиции, где побольше фигур. Так, но ну я думаю, что надо как-то разбивать структуру ладья F6. Это активность. А, да, что-то я D5 хоть просмотрела. Ёлки-палки, ну зачем, блин? Так, сейчас, если я разменяюсь. Если... Ладья F7. Блин, ну ладья F7, наверное, надо было, когда пешка на D6 стояла. Сейчас. Просто... Сейчас, если так, так, так. Блин, ничего не получается вообще. Какая-то непруха просто, вот честно говорю. Просто какая-то непруха. Я аж покраснела вся. Ужас какой. Так, и тут мы будем... Ставлю вот так вот.
Ну, ладья f5, скорее всего. А нет, не ладья f5. Так, не ладья f5, шах плохо. Значит, на g4 отойдем. На g4 отойдем, и что-то надо делать. Так, b3 пока что. Пока что b3. Спокойненько. Так, слоника. Что за бред? Так, пробуем. Пробуем так. Что нам это даст? Не знаю. Дает ли это что-то? Возможно. Ну, смотрите, зато вот у нас каким-то образом встал слон на h3 и как-то защищает пешку. Видимо, надо e6 двигать. Так, стоп, 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 стоп. Подождите, скажите мне, как играть-то? Трэш, просто трэш. Просто. Сложно, очень сложно. Это нереально сложно. Ладно, я просто разменяюсь. Попробую что-нибудь такое поиграть. Хотя, мне кажется, тут ну, легко просто организовывать проходная какая-то и все. Чем того, что я без двух пешек. Господи, как это смешно вообще, до ужаса. Просто смешно до ужаса. И просто идет, и ничего даже сделать не могу. Так, ладно, еще одна партия, которая ушла в никуда. Но они в борьбе, поэтому, в принципе, все нормально, все хорошо. Главное, это позитивный настрой. Ну, пусть будет b6. Мне кажется, если я сыграю новую индейку, ничего страшного не произойдет. Я думаю, что я не буду играть f5, чтобы у меня не было слабости на e6. У меня часто получаются слабости какие-то. Я буду играть крепенько. Да. Активизируем коня, все вот это мы едим. Так, и... И веншпиль. Почему я подумала перейти? Потому что... А вот это интересно. А вот это интересно. Если я разменяюсь, d5 раз не двинь. Можно и такой тоже поиграть. Эндшпилек. Просто d4 пешка, она стоит на черном поле. И по идее у нас одноцвет. Как бы, ну это не ничейно. То есть мы помним, что разноцвет это чаще всего ничья, одноцвет это еще в борьбе. И как-то на пешку d буду давить.
какой-то перевод затеял соперник. Я просто сыграла деда 8. Ну, скорее всего, Константин поставит слона на f4. Так, нет, не ставит, он сдваивается. Так, есть предложение перейти в эндшпиль. Так, ну я думаю, что лучше перейти, скорее всего, в слоновый. Так, и мы срочно активизируем. Хотя сейчас он может А4 двинуть. Я думаю, сначала мы двинем Б5, чтобы не отфиксировали наши пешки. И потом уже будем что-то творить. Что-то творить. Так, идем вперед. Вперед. Поставим. Пусть слон будет стоять на G1. Да, в принципе, нормально. А если слон там будет стоять? Ну, скорее всего, какую-то проходную Константин будет организовывать на верхнем фланге. Я просто за 6 королем встану и все. Так. Тут надо чуть-чуть подумать. Есть просто возможность А6 сыграть. Ну ладно, мы так не... Или сейчас что я сделала вообще? Все, мне уже не нравится, что я сделала. Так. Зачем я это сделала? Зачем я разменялась? А, или нормально. Я уже сама запуталась, уже сама не понимаю, что делаю с доской, честно. Как-то взгляд замылился немножко. Так, нам надо как-то поактивнее поставить фигурки. Ну, скорее всего, сейчас B5 сыграет. Мы съедим на B6. Будем смотреть, что будет делать наш соперник. Так... Ну, давайте сыграем h5. Пусть будет h5. Так, и... Просто отойдем слоном на g1. Пусть будет слон g1. Нормально. Слон g1. Так, он меняется, бьет.
На Е3. Без резких телодвижений. Все спокойненько. Почему-то мне уже не нравится, что происходит. Так, ладно. Типа все нормально. Все супербол. Так, окей, двинем и в 5. Он, скорее всего, уже 5 сыграет. Я так думаю. Блин, я этот шаг не увидела. Так, ладно. О! Блин, я просто не увидела один шаг. И все уже. Как вот вот. Ладно, я даже говорить не хочу ничего. Нет, конечно, просто. Ладно, так. Не пойдем, пусть будет как-то так. Ну, пешник, видимо, не в мою пользу. Явно. Да. Ну, блин. Ну, как так? Ну, вот. Просто ничейно слоновую слить. Ничейно. Конь Е7, я такой ход не разбирала, но я думаю, что тут ничего страшного нету, в принципе. Я думаю, ну, мне кажется, что достаточно тут просто успеть сыграть ладья С1 и А3. И, в принципе, нормально все будет. Нормально все будет. Какие-то тактики допускаю, зачем, то непонятно. Так, если конь Е5, конь А5. Ладно, конь опять, конь один. Конечно, расположение моих фигур оставляет желать лучшего. Но я, наверное, как-то компенсируюсь на королевском фланге, хотя не особо вижу и там, в принципе, игру.
Ну и просто пошла пешечная лавина. Если она, конечно, сможет пройти. Ну, есть достаточно интересный вариант. Это сыгрыш g5, hg, и на конь e4, ладья bd6. Ой, не ладья bd7, а конь bd7. Вот. Я думаю, я так попробую сыграть. Так, и если я сыграю конь bd7, ну, типа какая-то тактика. Хотя на самом деле, ну, это просто размен, потому что ну, мне на руку. Нет, я так думаю. Так. Ну, честно говоря, я больше боялась ладья H8. Ну, ладно. Как бы нормально. Не так все плохо, как могло бы быть, наверное. Единственное, что вот непонятно, как мне фигуру развивать. Король d2 нельзя играть, потому что там конь e4. Хотя сейчас король d2, конь e4, король c2, конь bd2 нельзя видеть ввиду того, что ладья f1. Поэтому нормально. Еще играем, еще катаем. Еще не все потеряно. Я думаю, что мы можем с одной стороны сдвоиться, а с другой стороны поставить ладью куда-нибудь сюда. Честно, не нравится мне вот расположение моих рук. Сейчас, если мы поставим ладью на h1, то что будет? Будет g6. Так. Трэш, конечно, трэш в том плане, как я играю. Вообще чуть ли не цугцванг стоит. Самое смешное.
Надо было слона на F3 поставить. Ну давай ты. Блин, надо было съесть. Надо было съесть этого чертова коня. Нет, блин, конечно, Лиза же ведь не умеет у нас брать фигуры. Бесит. Просто бесит. Бесит нереально. Вы даже представить себе не можете, насколько. Просто по 10-бальной шкале 10 из 10. Или 100 из 100, возможно. Вообще, куда вот зачем туда с конем сыграла? Вообще непонятно, зачем ты туда конем играешь. Ну блин. Просто блин. Даже на большего не способна, чтобы сказать там что-то. Ничья получилась. Ну, это я не знаю как, конечно. Ну ладно. Вообще, мне казалось, что там двухкратное. Так. Попробуем сыграть каракан. Как я вот это вот не люблю, как я это не люблю, не люблю, не люблю вообще. Как же тут играть-то? Я уже забыла. На вот данный великолепный ход. Блин. Ну хорошо, пусть будет опять, пусть будет этот ход. Сейчас мне, наверное, продемонстрируют какой-нибудь трэш, который я не знаю. Будет просто какой-то адский замес. Адский просто, просто адский. Или мне просто мат поставят. Это, конечно, очень плохо, что я не знаю теории. Если я сыграю конь f на d8, будет страшно-то. Вот представляете, просто, вот просто чисто в дебюте уже не знаю, как играть. Это печально. И, допустим, мы поставим ладью на a5. Ну, предположим, то, что я так сделала. Вообще, честно говоря, я бы тут где-нибудь пожертвовала бы слон c5. Мне нравится такая тенденция. Мне нравится такая идея. О, ах, ну просто пошли, пошли обычные шахматы. Так. И что мне тут продемонстрируют? Так, конь c6. Конь c6, хочу конь e4 сыграть. Ну или, может быть, не хочу. Кто знает. Мы, женщины, непредсказуемы. Ужасно. Нет, я говорю только от своего лица, то, что я непредсказуема. От лица всех женщин мира я такого не говорила. Что получается по пешкам? Представляете, даже поровну. Даже поровну.
Это сенсация, это просто шок. По пешкам равенство. Так, ну хочу сыграть b3. Как бы. Мои намерения и угрозы, я думаю, для всех понятны. Ай да молодец. Господи, какую тупую связку можно тянуть вообще? Аж в глазах заблестело, представляете? Нет, это даже смешно. Так, ну если... Даже понять не могу, какую ладью лучше отдать. Так, ну может как-то просто уйти какой-нибудь... Найти усиление. Найти усиление. Какое можно найти усиление? Сейчас. Вот буквально секундочку. Я тоже сделала форточку. Зачем я пешку отдаю? Я просто не видела то, что могут съесть ферзь g5. Ну, знаете, посмеяться над собой, это вообще тоже надо уметь. Да, и все.
Ну, могу сказать то, что в принципе в матче достаточно интересные партии. То есть какая-то игра присутствует. И я поняла для себя то, что... Ну, я и до этого знала то, что больше мидлшпильный игрок, позиционный. И мне комфортнее играть в мидлшпиле, потому что я всегда считала, что если человек хорошо играет в мидлшпиль, то вообще у него половина соперников не должна выходить в эндшпиль. Как бы буду иметь в виду, что надо учить эндшпиля. Я учусь сейчас ладейники, но почему мне не удалось удержать как бы тот ладейник, честно, для меня остается загадкой, потому что вроде бы все сделала правильно, а оказалось, что нет. Так, ну я думаю, что два слона должны сыграть роль, весомую, вообще весомую роль, потому что два слона — это хорошо. Это сила. Поэтому будем что-то придумывать. Вроде бы кажется, да, все так просто, а на самом деле вообще не просто. Вот конь на e5 встает, и ну неприятно, и как бы f4 ему не хочется прогонять, чтобы не было никаких проблем. И как-то b4 двигать тоже не хочется, поэтому я сейчас пытаюсь найти какое-то опорное поле для коня, потому что на c3 он даже никуда не стреляет. Так, ну, вскрытие вообще, я думаю, это нам на руку. Поэтому скрывать позицию, мы к этому относимся открыто, мы это одобряем. И мне бы разменять пару фигур, и вообще, во, просто будет супер. Ну, в том плане, что мне так будет легче играть. Но, понятное дело, я не хочу менять там ни в коем случае слона на коня. То есть в моих интересах как бы абсолютно другое. Ой, там висит... Висит связка. А представляете, король Е3 не очень хорошо играет. Так, ну, мой тренер меня всегда учил, что один раз можно повторить позицию. Я, пожалуй, один раз как раз ее повторю. Посмотрю то, что вообще будет делать соперник. Соперник меняет пару фигур. Поэтому я сыграю. Я сыграю. Я не буду играть b3. Я хотела сейчас b3 сыграть, но потом передумала. И подумала, что слон d4 будет выглядеть корректнее. Корректнее. Так. Что тут можно предпринять вообще в данной позиции? В данной позиции можно попробовать сыграть король Е3. Но я думаю, что нормально. Просто на слон b3, там слон d5. А меняться я не хочу. Вообще не люблю меняться. Вообще не люблю, поэтому все поменяла. А вот это сильно. Это очень сильно. Давайте h4 сыграем.
Мне кажется, я не уверена, что это точный ход, но, как по мне, он достаточно интересный. А 6, значит, нормальный ход. Если соперник сыграл 6, значит, окей. И что тут? Зависает на f3, соперник хочет двинуть f4. Так. И если я сыграю в 4, он сыграет конь g4. А это неприятно. Конь g4 это очень неприятно. Да ну нет, я не хочу, господи, ну как же я устала от этого мира. И что вот... А, бесит, просто бесит, бесит все вообще. Абсолютно. Все раздражает в этом мире. Давайте угадаю, слон c4 сейчас сыграет. Как же неудивительно. Как же неудивительно. Вторая партия в ничью, хотя эндшпиль у меня стоял, мне кажется, лучше, но я не могла просто понять, как это реализовывать. Поэтому ладно, хотя бы одно очко есть. Я надеюсь, это было заработано честным трудом, без каких-либо поблажек. Я съем сразу, потому что мне надоели позиции, где против меня задвигается пять. Я уже не могу терпеть это все. Я устала. Я хочу играть позиции, в которых, ну, я хотя бы что-то могу предпринять и сделать. Как сладко сказано. Если у нас, как говорил один великий человек, если пешка стоит на d4, то конь должен стоять на c6, а если висячие пешки, то конь должен стоять на d7. Поэтому следующим ходом мы поставим коня на c6. Но сначала мы можем сыграть b5, почему бы нет? Потом поставим слон на b7 и потом уже сыграем конь c6. Зато у нас, смотрите, какой слон, как он хорошо стреляет. О, нет. Ну блин, опять вот сейчас на f6 есть. Вот смотрите, слон f6 сейчас будет ход. Или не будет ход слон f6. А что, фигуру тут проигрываю, что ли? Да ну нет, фигуру реально проигрываю. Ну мало того, что ладья e7 ход неприятный, так еще и фигуру проигрываю.
Фантазер, ты меня называла. Конь бьет d5. Так, если я съем, конь бьет d5, что будет? Конь бьет d5, будет слон бьет d5. И если я съем там, то по идее не все так страшно. Возможно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Ладно, давайте съедим слоном. Ну ладно, давайте ничего. Я лучше партию белыми сыграю, да. Ладно, сыграем e4. А, насколько я знаю, да, играют e5. Давайте конь c3 пусть будет. Конь c3, конь f3. Скорее всего... А, так, ну вот это мы не проходили, это нам не задавали. Поэтому что можно сказать? Ну, пусть будет слон c4. Честно, никогда такое не играла. И тут я от слова совсем ничего не знаю. Но мы будем, как всегда, импровизировать. Ведь даже в импровизации у меня получаются более-менее нормальные позиции, просто потом не складываются обстоятельства. Так, мы съедим пешкой, потому что... Если у нас сдвоенные пешки оказываются, нам нужна хотя бы какая-то моральная компенсация. В данный момент это у нас два слона. Наша самая лучшая моральная компенсация. Так, ну, будем вообще смотреть, что будет делать соперник. Если что, про конь опять я ход помню. Просто я отойду тогда слон b3, у меня будет такой ромбик из пешек. Я думаю, это будет классно. Ромбик из пешек. Звучит забавно. Так. Что тут можно предпринять? Вообще в каждой позиции надо что-то предпринимать, я так считаю. Если что-то можно сделать, то надо это делать. Цитата великих и самых умных. Давайте ладью на d1 поставим, почему бы и нет. О, вот это мне кажется опасно. Хотя, ну, ферзь e4 как минимум.
Как максимум пока что, ну, так, теперь что теперь? Все у нас должно быть поэтапно, постепенно. Закрой глаза, все постепенно. Тебя никто не заменит, утро подарит нам это мгновение. И холода за окном не потерял. Ладно, посмотрим, сколько человек смотрит. 110 зрителей. Йоху! Весело. Очень. Надеюсь, у вас у всех хорошее настроение. Вы проводите прекрасные свои выходные. И что еще? Ну и в принципе все. Как бы. А что еще можно делать в выходные? Так, ну пока что постепенно точки сгущаются над королем. Вот, и мы будем делать все, чтобы это продолжалось. Потому что я хочу выиграть хотя бы одну партию. Это будет уже успех. Ну вот, что-то меняться я вообще не хочу. Не хочу, не буду. И так далее, и тому подобное. Ой, так. Ну, как бы, надо задать следующий вопрос. Лиза, а что ты планируешь делать? Так, если слон h6, это не очень хорошо, если я конем сыграю. Окей, мы пока что отойдем. Мы пока что отойдем, посмотрим, что будут делать черные. Надо быть охотниками, надо ждать, когда соперник даст какую-то возможность. Но пока что хочу просто слон h6 сыграть. В любом случае, мне бы надо было бы ферзем на g3 отходить. Просто можно хотя бы посмотреть вообще, что происходит с доской. Так. А что происходит с доской? Так, ну, окей, съели конь f5. А, ферзь g6. Снова пошел. Пошла вот эта сушня. Нет, меняться я не буду, потому что, во-первых, у соперника мало времени, а во-вторых, зачем мне это надо? Ответ на этот вопрос пока что я не знаю, поэтому мне это не надо. Так, что мы можем сделать? Давайте сыграем a3. Хочу сыграть c4. Он хочет поменяться. Господи, пожалуйста, я не хочу. Все. Не надо мне это предлагать. Я все равно не соглашусь. Хи-хи. Ага. Я просто буду пытаться что-то сделать. И когда-нибудь мои усилия и старания, они не пройдут даром. Просто так прикольно, мы по-разному отлаиваемся. Но сейчас f4 двинет. Нет, не двинул. Тогда мы поставим коня на f5. А. Подловил, ну размен подловил. Ну ладно. Разменяемся и двинем f4. А, там конь f5. Что? Откуда этот ход? Там. Он там не должен быть. Он там не должен быть. Да и по времени уже сравнялись. Ладно. Все не так страшно, как могло бы быть. Ага. Так. Мы тут... Пошел какой-то... Не знаю что. Но окей.
Ну, по времени так по времени. Ладно. Ну, хотя бы одну партию выиграю. Это уже хорошо. Хотя, не знаю, как-то напрягает мне это все. Я не привыкла получать какой-то результат. Так, тут я учту все свои ранее замечания и постараюсь как-то по-другому. Постараюсь вообще коня на c6 поставить и все радоваться жизни. Хотя тут вообще везде белые играют d5 и просто радуются жизни. А6 это всегда с подготовкой b5. Не знаю, почему я такая красная. Во-первых, мне немножко жарко, вот. Душно, я бы так даже выразилась. Но, в принципе, все нормально. Так, это вроде бы у нас по счету 9-я партия, если я не ошибаюсь. Тяжело. Это, наверное, все, что я могу сказать на данный момент, потому что какая-то очередная сложная позиция. Сейчас я сыграю слон b7, мой соперник сыграет d5, и будет что-то очень странное. Вот, готова поспорить. Просто сейчас d5. Ю-ху! И пойдет какая-то очень веселая позиция. Вообще, напишите, как вам матч, что вы думаете насчет противников, соперников, как вам игра Константина Константиновича и вообще, как у вас жизнь? Так, нет, не сыграли так, как я думала, сыграли немножко по-другому, но все равно готовят d5. И нам надо как-то противостоять этому ходу. Как мы будем делать, каким образом, пока что еще не решила, но мы двинем b4. А, мне, не знаю, мне нравится этот ход, потому что я хочу что-то поставить на d5, может какой-нибудь форпостик будет. И пропускаю конь e4. Смешно. Так, ну вроде там все равно пока что нельзя так двинуть. Поэтому мы сыграем ладья c8. Ладья на c8 плохо стоять не будет. Ну и вообще все окей. Все окей. Хи-хи. Ладно, сыграем конь e5. Ой, у меня как-то прядка сзади странно лежит. Что ж мне никто не скажет, да? Ладно. Еще мне хотят лепить мат. Это в принципе, не очень хорошо. Но мы с этим, наверное, справимся. Ну, просто g6, у меня и других ходов нет. Скорее всего, сейчас конь e5 прилетит, да, и грозит. Все угрозы, они остаются.
По-моему, у меня очередная партия в пролете просто. Потому что какая-то дисгармония в фигурах. И пока что не особо могу понять, что мне с этим делать. Дисгармония в фигурах. Ох. Так, сыграем. А, и конь d6 прилетает. Весело живется людям. Ну, просто, ну, сразу сушить. Ну, что за дела? Идут. Прикольно. Отец С6. И вперед, и F5. И погнали. Куда? Непонятно. Так, тут надо играть предельно осторожно, потому что нас могут поймать фигуру, да? В этом мы не забываем. Не забываем. Не забываем. И вперед. И, просто побежала. Еще немножко. Мы просто прям как танк. Блин, даже поиграть еще можно. Это удивительно. Это фантастика. Это просто нечто. Что, правда, делать вообще непонятно. Ну ладно. Видимо, мы разберемся по ходу дела. Не, ну понятное дело, как бы тут еще тяжело и сложно играть. У меня просто король так чисто бегает. Привет, вот так. Привет, пока. Вообще, мне надо было по-другому сыграть. Я сейчас это осознаю и понимаю. Надо было слона на c4 поставить. Я какую-то ерунду сделала. Да блин, ну почему так? А3, ладья b6. Ладья b6. Ну сыграй король c5 или король a5, и все будет окей. Можно еще хотя бы это поиграть. Ну понятное дело, там тоже плохо, но все равно еще это хотя бы поиграть можно.
Ой, телефон упал. Так, сыграем так. Обновим. Так. Ну и G3. Не щелкаю пальцами, болеть буду. Нет, дорогие друзья, я не щелкаю пальцами, у меня просто мышка так щелкает. Так, и по ходу дела у меня... А, ну да, блин, просто... Вот, зачем? Вот... Я спокойна. Нет, я не согласна ничью, просто ввиду того, что... Ну, потому что нет. Я считаю то, что если соглашаться на счёт, то хотя бы в ничейной позиции. Вот. А если есть возможность поиграть и получить какой-то опыт, я буду этим пользоваться. Я просто пожертвую все вообще. Все, что можно пожертвовать за доской, все жертвую. А, блин, там не проходит. Я просто подумала, слон бьет е2, ферзь е2, ферзь бьет d4, слон b2. Так. Ах, как хорошо. Ну, пусть будет G4. Ну, там против меня 1000 пешек, поэтому это... А, даже тут вроде плохо. Да, конечно, король у меня отстойный. Прям реально лузер.
Ну да, ну конечно, просто пошла бешеная лавина. Зачем? Ну зачем? Зачем? Зачем я так сыграла? Ну господи, ну почему? Вообще бред какой-то. Ура! Наконец-то нормальная победа! Ну, наконец-то! Ну, надо было вот просто весь матч ждать, когда вот нормально какая-то будет. Ну что? Ну, ура! Просто, просто ура! Я так рада! Я так рада, что я вообще вот, ну, просто гений! Ну, вообще, какая я молодец! Фух! А, вроде бы все, у нас матч закончился, да? Ну, в общем, как-то так. Так, надо написать людям вообще. А, в общем, хотелось бы сказать всем большое спасибо людям, кто был со мной на протяжении всего матча. Весь матч вот этой партии. Вот, поэтому всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В общем, все, что советует вам Пинкамина, все вот это вот делайте. И это до новых встреч, что ли. Пока. Ну, там уже как получится.